железная дорога здесь рядышком. Полная жопа. Покупки продуктов для моей мамы. Это агропромышленный комплекс наш. Я ей купила уже вот такое овсяное печенье, она любит. А вторую пачку на работу к чаю для сотрудников. Так, покупаем вот эту. Сколько она килограмм у нас? Ваша вышла на 20 килограмм 100 грамм. Рубля. То есть 290 рублей килограмм, да, получается? Да. Вот эти вот желтенькие курочки. Это у нас получается бедные птицы там, да? А эти вроде как на свободе, да? Да. Так, купили мы сейчас судачок. 350 рублей килограмм. На 392 мы сказали, да? 372 на 372 рубля. Сейчас его почистят. Да, все почистят и порежут. Вот мне рыбку почистили, обделали. И, как это называется, поделили рыбку на кусочки, почищенные. Все, маме в таком виде привезу. Хлебная лавочка у нас здесь есть. Сейчас мы здесь купим хлебушек свежий. Выпечку брать не будем. Такая у них здесь есть выпечка. Чак-чак. Хлебушек всякие разные. Я купила маме вот такой хлеб, называется тормыш. Это что-то типа сельского. Но они говорят, что вот в этой лавке, в хлебной, этот хлеб вкуснее. Поэтому я им его и покупаю. И еще вот ржаной маме тоже купила, а другой себе. Кстати, так как я редко к ним езжу, а у них, где она живет, далеко идти до магазина, километра два. Поэтому я им покупаю хлеб, и они убирают в холодильник. Какой-то сразу едят, а три покупаю буханочки, и что-то они убирают в морозилку. Так, а это я купила просто маме как гостиница к чаю. Бисквитное, мне сказали, какое-то тесто, и внутри творожная какая-то начинка, творожный крем. 650 рублей купила фермерской вот такой колбаски маме. Это все вместе. И вареные ей купила для окрошки. Баркотле. 82,5. Две пачки на 210 рублей. В магазинах оно подороже стоит. Чуп это отчиму. Это уксус 9% для консервирования. Еще взяла там душистый перец и гвоздик. Так, а вот это вот давайте сразу сюда. И у нас два кваса мы взяли. Да. Положите вот так, я потом сейчас пристрою. Спасибо. Считаем, да? Вот эти покупочки, короче, я сделала в агропромышленном комплексе. Телецкую соль купила без йода для консервирования. И Добродея муку. Две штуки я купила. 185 рублей. Пачка 2 килограмма. Что... Маме я не называю натуральные цены многих продуктов. Сейчас она мне особо в магазины не ходит, я езжу. Вид на Казанку. Это чаша, где женится у нас народ. Какие дома у нас, комплексы здесь построены. Там вдали, видите, мечеть видна. Она красивая такая, бело-бирюзовая. Сейчас мы будем пересекать Казанку по Ленинской дамбе. Сейчас поеду... Аккуратненько поеду налево. Еще на одном светофоре стою. Здесь у нас дворец спорта. Там у нас подальше цирк, а здесь стадион. Вот такое здесь у нас спортивное место. Теперь я приехала на центральный рынок. На центральном рынке все не бесплатно. Вот выдается такой чек при заезде. Короче, первые 2 часа 25 рублей, повысилось же. А потом последующие все 50 рублей. Вот так вот. Этот рынок находится в центре, поэтому здесь они сделали за оплату, потому что здесь постоянно машины стояли не те, кто обслуживается на рынке, а те, кто, получается, рядышком работает и так далее. Видимо, поэтому они сделали платно. Вот так выглядит рынок. Там вот помещение внутри. Сбоку еще есть продажа
на улице, в помещении, и еще за помещением там тоже есть ряды. Сегодня выходной день, суббота, и так как уже лето, то посмотрите, уже вся парковка почти занята. Но очень мало места свободно. Потому что все уже на дачу торопятся, приезжают закупиться мясо и тому подобное. Ну, кто-то, может, уже варенье варит, уже за ягодами приехал. Тоже такое может быть. Малинку купила вот такую себе, видите? Она такая красивая, отборная. И там еще вот просматривается желтенькая, янтарная. Это я себе купила. А маме купила 2 килограмма смородины. У нее есть смородина, но в этом году что-то как-то не урожайство. Вот, это она, то они едят, а из этого она, наверное, варенье или компот сварит. А здесь я покупала мясо, говядина и свинина. Вот, свинину на 1700, а говядины на 4700. Все в пакетиках. Вот, видите? Вот, для супа, для котлет, для всего. Вот так называемый лабаз. То есть наш рынок с товарами внутри. А мы сейчас пойдем посмотрим, где у нас продают сезонный товар. Арбузы у нас пошли. Сейчас узнаем, какой у них, какая цена. А почем арбузы цена? Арбуз 50 есть, 35 рублей. 50 и 35. А дыня? Дыня 70 рублей, 100 рублей. 70 и 100 рублей. Понятненько. Вот такие у нас арбузы, дыни. Смотрите, сколько народа. Вот она, суббота. Море. Вот эти вот всякие ягодки откуда-то привозные. Они вот не местные, не знаю, откуда их везут. Я купила у местной женщины мичуринскую смородину. И себе у нее купила малинку. Видите, лисички какие симпатюшки. А почем у нас лисички килограмм? 200 рублей? Да, 250. 250 лисички стоит. Она так. Вот стоит сейчас. Цветочки, но это уже остатки былой роскоши. О, посмотрите, какой красивый цветочек. Цены. Здесь по 70 рублей цветная. Вдруг картошечка 40, лук 55. Помидоры вот эти 100, те 130, баклажаны 90, 60, кабачок 250, перец. А телефон они кладут для того, чтобы вы могли перечислять на карту им, если у вас нет налички, я так поняла. Так, огурчики, помидорчики. Я вот у этой девушки уже не первый раз покупаю. Огурцы порола. А сейчас будем пробовать помидорчики. Пока вы их пробуете, они у меня закончатся. Ну вот же я стою. Нет, имею в виду вообще. А-а-а. Все, говорят, закончится. Все, видимо, с пылу, с жару. Все быстро заканчивается. 440. Пришла в конфетный магазин. Он тоже на рынке находится. Здесь чаи разные продают у нас. Вот, я взяла, получается, каракумчик. И еще птицу дивную. И отчиму взяла карамель смородина. Московской не было. Взяла ему в Казахстан. Крышечки для консервирования. Это елабужские, а это которые вот с закруточками. Здесь дешевого мыла нет, которое у меня мама пользуется. Я его не вижу. Наверное, придется куда-то ехать покупать. Ой. Знаете, заказа вроде не так много, но все продается в разных магазинах. Я так устаю, когда я бегаю по поручениям, вы не представляете. Мне к концу дня, ну, вернее, к обеду, ноги отваливаются вообще. Здесь покупаю маме газету «Теленеделя». Вот такой у нас здесь ассортимент газет, журналов. Здравствуйте! Нам бы «Теленеделю». В аптеку пришла покупать лекарства.
Здесь вот мне паста продается. Присел немножко отдохнуть. Устала. Фух. Ну вот заехала я, получается, в 9:31, а сейчас почти 11. Полтора часа. Значит, я буду платить 50 рублей сейчас при выезде. Вот так вот. Там стоят дяденьки, собирают деньги. Вы знаете, если бы у меня был, ну, близкий какой-то там мужчина, муж, любимый, сын или родственник, я бы стыдилась. Я не знаю, я не люблю такие работы для мужиков, которые стоят, деньги собирают. Сейчас будем пересекать Кировскую дамбу через Казанку. До этого, когда я ехала на рынок, была Ленинская, а теперь будет Кировская. Здесь у нас вокзал. Вот поезда прибывают, и немножечко подальше вокзал. Сейчас пробочки у нас тут, потому что мама у меня живет у Волги. И через то место очень много проходит дорог на даче. Немножечко движемся чуть-чуть, а те встали из-за трамвая. Сейчас трамвай пойдет, и они поедут. Облака сегодня красивые, оказывается. На облака. Основную покупки купила, хоть есть время на облака посмотреть. В городе одни светофоры. Теперь мы приехали в Пятерочку. Кое-какие продукты будем брать в Пятерочке. Вот здесь купила сметану, творог. Творог вот такой и хотела в фабрике, но его не было. Купила вот этот. И 3 литра молока. Потом еще молоко в такой вот бутылочке. Ну, вот так выглядит Пятерочка со своими продуктами. Какие цены. С тех пор, как у нас ушли, получается, с прилавка итальянские и немецкие макарошки, я теперь вот беру Барилу. У них они твердых сортов. Я люблю вот эти, вот они вроде твердые, но в них попадает, когда соус какой-то вкусный бывает. И люблю вот такие. Они, по-моему, плоские. Только... А, 13-й, по-моему. Вот 13-й. Масло олейна решила взять побольше сразу. 126 рублей стоит. Я сейчас, наверное, даже возьму ей 4. Потому что, когда она будет делать какие-то заготовки на зиму, лечи и так далее, она туда тоже это будет масло класть. Если я ее сейчас не куплю... Она мне потом будет все время заказывать. Мороженое еще. Я беру вот эти фирмочки. Взяла рожок и еще стаканчиков. Вот здесь покупок на 1900 с чем-то. Представляете? Такие вроде пакетики. Одна фигня. 1900. Вкус купила. Смотрите, какой красивый. Пахнет очень вкусно. Мы с одной дамочкой поделили. Ну, потому что никуда больше не съедим ведь. А когда лежит, он уже невкусный. Здесь 7 килограмм. Косметика, да. За мылом, еще за какими химикатами. Так. Для этого лондонского телевидения. Вот здесь что купила. Насадку на этот, на швабру. 2 мыла и гель. Отчим руки очищает. Ой, ну все вроде купила. Сейчас поедем дальше. Здесь очень много машин едет. У нас там мало того, что через это место идет очень много дорог на всякие разные дачи, но еще и переправа здесь рядышком. И на машинах переправляют через Волгу на ту сторону, на высокий берег Волги. Потому машин здесь много в эти, особенно в субботу, воскресенье. Ну, в субботу вообще до обеда очень много. Ну вот на небо есть время посмотреть теперь. Железная дорога здесь рядышком. Полная жопа. Пробочки поставили немножечко. Того, что переправа, там еще светофор. И, естественно, перед светофором машина останавливается. Что-то тут вообще... Вон какой большой
некоторые вон докатчики. Из-за них еще дольше мы, еще длиннее растягивается колонна. Вон. Вот еще один светофор и храм всех религий. Сюда все время возят экскурсии. А для меня это фигня на постном масле, понимаете? Как меня, значит, мама угощает за то, что я им продукты привожу, да, мам? Просто так ни за что, только за продукты, да, мам? Надо же, а, бессовестная какая дочка. Посмотрите. Еще раз без продуктов скажу, приезжай. Посмотрите, видите, две котлетки, как мужику хорошему мне положила. Вот такой вкусный на салатик. Это на сырнички испекла. Я сейчас один слопала. Можно ум отъесть. Очень вкусно. У нас мама вообще вкусно готовит. Она у нас повариха знатная. Ресторатор. Так, это к чаю у нас малинка из их огородика. Там даже немножко видно смородинку. Это арбузик, который сегодня мы купили. А это вот, видите, Эльдар Абы так же, как мне. То есть я мужик. Порции у нас с ним одинаковые, всем, да, мам? Всем одинаковые. А, себе, небось, одну котлетку нет, положишь. Две, всем по две, ну, никого не обижаю. Арбузик вырезаем. Сейчас, кстати, тоже песику дала нашей девочке, собачке. Тоже очень вкусно поела, понравилось ей. Так, сегодня у нас к чаю малинка, к чаек. Опа, сырнички. Вот такие вот конвертики из бисквита. Творожным кремом. Такие вот конфеточки. Это московские. Это Акунт Чебоксары. А это карамелька Казахстан. Любимые цветочки такие. Прям обожаю этот цвет. Такой красивый. Какие-то закрытые, какие-то откроются. Хрен разросся, растет. Такой хорошенький. Будет у нас потом огурчики хрустящие из-за этого хрена. Смотрите-ка, уже почти готовая. Оказывается, и такие есть у нее. Сейчас мы с вами попробуем земляничку. Вкуснятинка. Здесь у нас бахчевые. Вон уже маленькие появились кабачки, цукини. Есть уже маленький, симпатичный такой, хорошенький. Цветы такие, вот эти цветочки бы взять, нафаршировать, как в Греции делают. Ну, на Балканах, не только, наверное, в Греции. Сливки немножко есть. У мамы, у моей любимой фрукт. Это груши. У нее вот две груши. Первая, вот эта вторая. Та, по-моему, в этом году вообще отдыхает. А в прошлом году они обе рожали. И та, и другая. Подожди, крупные там были еще крупнее. Ну, те-то мы не видели. Такие крупные Виктории. Лилия. Цвет такой. И внутри лазит муравей. Малинка спит. У нее, кстати, раньше была вообще очень крупная малина, но потом она ее все пересаживала, потому что появились вот эти вот червяки от майских жуков. И они поели прям корни у малины. Это было 2 года назад, она все пересаживала. Вот, слава богу, в этом году малина есть. Розочки такие симпатюшечки. И мои любимые флоксы. Обожаю их запах. Пока их тут немножко есть. Сейчас я сорву один для запаха. А вот тот пышный не хочешь? Все, теперь буду вот, поеду сейчас домой обратно. Отвезла продукты, поела. Немножечко побродила у нее по саду, огороду. Пожевала ягодок всяких. Виктория, малинки, вишенки.